Алена Александровна, здравствуйте. Добрый день. Сервис госуслуги «Дом» запустился совершенно недавно. Наверняка основная масса пользователей только изучает это приложение. Как приняли вообще это новшество в нашем регионе? Сколько человек уже скачало приложение? На самом деле приняли хорошо. У нас вообще такой регион, который очень активный в плане цифровизации. И я хочу отметить, что узнали мы вообще сами об этом сервисе еще только в августе. За несколько месяцев фактически стали разворачивать и вступили во вторую волну распространения только буквально с начала ноября. И уже сейчас на сегодня 16,5 тысяч человек скачали приложение. Это не наша даже статистика, эту статистику нам дает федеральный Минстрой, то есть они ведут ее отдельно по всем регионам, поэтому большое количество людей, особенно прям в два раза выросло количество за последние 10 дней, когда мы фактически уже вступили в эту волну распространения и стали рассказывать активно, потому что действительно приложение очень важное, интересное, оно позволяет, это, в общем, у нас все знают ГИС ЖКХ, да, у нас цифровизированный такой регион, пишут много к нам обращений именно в электронном виде, уже там мало в таком бумажном. И, соответственно, это то же самое ГИС ЖКХ, только приложение для смартфона. Как госуслуги, да, и мобильное приложение госуслуг, тут то же самое. На смартфон можно скачать на любой и, соответственно, пользоваться, не разворачивать эту большую систему на компьютере. Ну и само приложение несложно совершенно. Оно несложное, да, и на самом деле оно, конечно, только начало развиваться, но уже огромными темпами там много всего добавлено, то есть мы сверили, у нас почти там 100% заполнение, там больше 90% кадастровые номера, у нас вся информация выгружается управляющей компанией, так же, как в ГИС ЖКХ, соответственно, можно там оплатить, то есть увидеть свою недвижимость, да, собственнику, можно получить все квитанции, это как аналог единой квитанции, сразу все там увидеть, можно оплатить, причем без комиссии, то, что много обсуждалось, да, а система быстрых платежей, наверное, все ее знают, да, позволяет оплатить без комиссии. Вот это мобильное приложение подключено к системе быстрых платежей. Вы в одном приложении видите все свои квитанции, оплачиваете по системе быстрых платежей без комиссии, ведете историю своих платежных документов, оплат, да, можно передать сейчас показания индивидуальных приборов учета, отслеживать информацию, можно написать заявку управляющую организацию, так же, как через ГИС ЖКХ, и, в принципе, в личном кабинете управляющая компания сразу ее увидит, да, то есть если у вас нет возможности там звонить в аварийно-диспетчерскую службу, вы можете написать, там тоже короткие сроки ответа, соответственно, очень быстро реагируют, по крайней мере, у нас сейчас есть такая обратная связь по приложению тех, с кем мы контактируем, ТСЖ и управляющей компании, у нас есть рабочая группа просто таких тестировщиков, они говорят, да, действительно, быстрые ответы, и в этом плане дальше будет развиваться, будет возможность провести собрание, будет потом возможность вести домовые чаты, где можно, то есть сейчас, чтобы домовой чат, это нужно собраться, пробежать, да, собрать все телефоны и сделать какой-то чат в каком-то приложении. Тут по принципу уже место собственности, вы можете сразу войти в чат, и дальше ваши соседи просто входят в этот чат, да, и у вас автоматически подключается чат в одном приложении, где можно дальше общаться. Алена Александровна, спасибо вам за интересный диалог. Спасибо вам большое.